Пошел один человек в дальние края на заработки, очутился в деревне. Видит, народ в этой деревне дрова руками ломает. «Братцы!» — говорит. «А чего вы руками дрова ломаете? У вас что, топора нет? Что это за штука такая, топор?» — спросили сельчане. Достал человек из-за пояса свой топор, разрубил полено, наколол дров и сложил в сторонке. Как увидели это сельчане,